Это было решение президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по отношению снижения долговой нагрузки. И правительство исполнило. В результате где-то около 565 тысяч казахстанцев были охвачены этой мерой. Для этого было выделено из бюджета 115 миллиардов тенге. Кроме того, также было дано поручение по отношению списания штрафов и пений. Этой мерой были охвачены около 1 200 000 наших соотечественников на сумму где-то 33,6 миллиардов тенге. Согласно поручению руководства страны, в этом году в бюджете уже деньги предусмотрены. Мы планируем дальнейшее повышение заработной платы работников социальной сферы. Особенно это касается образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы.